Привет, радиоактивный пепел и его друзья получили новое указание из Кремля. Мол, нужно все делать для фронта и для победы. Почему они об этом начали говорить? Потому что, ну да, пока тактически, но тактические успехи могут перерасти и в оперативные, а может быть и в стратегические успехи на фронте. Все это показывает украинская армия, и поэтому пропагандистов требуют, чтобы Россия сосредоточилась. Вызвали кого? Маргариту. Надо делиться. Сейчас настало время. Заработал, отправь на фронт. Еще чуть заработал, еще чуть отправь на фронт. Должен быть такой внутренний налог. Ты за победу, за справедливость, за милосердие к этим людям. Давай-ка, хватит служить только мамоне. И тогда Господь должен нам помочь, если мы оправдаемся перед ним. В последнее время российские пропагандисты стали частенько апеллировать к Богу. Им это не поможет, их ничего не спасет. Только Гаага, только трибунал. Значит, естественно, делиться нужно призывать. В чем? Правильно. Правильно в платье Дольче Габбана. Это не оно. Хотя это тот случай, когда телефоны можно не замазывать прямиком в черные мешки. Платье Дольче Габбана, которое носит Маргарита Симоновна. Я, если честно, не против богатых людей. Совсем не против. Мне просто кажется, что это двуличные СУ считает, что ей делиться не обязательно. Наверное, девушки, которые смотрят это видео, сразу отметят: Рома, у нее рукава есть на платье, а на той модели, которую ты тут всем показываешь, нет. Но специалисты из этой сферы мне сообщили, что это фирменный принт Дольче Габбана. А у них там вообще-то, понимаете, почему они на это давят? У них там скандал. Значит, произошла история, что в Москве группа ребят отпраздновали день рождения, пригласили Тимати, выпили шампанского «Кристалл» на 11 миллионов рублей. И от этого начало рвать на российских солдат, которых пока еще не распределили по пакетам. Хотя, все будет. Обязательно все будет. Это вещает Егор Гузенко. Он проходит у них как блогер 13-й. А вообще, это российский оккупант обыкновенный, легитимная цель. Рано или поздно его укокошат. Но он, получается, один из немногих, кто продолжает транслировать вот эту вот пригожинщину. Мол, нужно было идти до Москвы. Ребята, что вы делаете на территории Украины, когда в центре вашей столицы, да еще и в Питере, и в других крупных городах, пока вас минусуют нон-стоп украинские хаймарсы, и не только, народ там живет на широкую ногу. Ну, кстати, у него в телеге, не хочется рекламировать, но есть эти видосы, где парни с большим удовольствием употребляют шампанское. В шампанском что самое главное? Чтобы это был брют, никаких дольче. Наступил момент, когда солдаты российской армии солидаризировались с дронами ВСУ и говорят: бомбите Москву, бомбите Санкт-Петербург. Может быть, и прислушаемся. Хотя вот так вот слушаешь вот этих вот российских нацистов, и я вспоминаю Владимира Путина, который не так давно говорил о том, что берите власть в свои руки, нам с вами будет легче договориться. Вот Пригожин попробовал и упал с небес. Разбился и закопали его, но слава Евгения Викторовича живет. Они же понимают, что войну начали российские идиоты, которые сейчас рассказывают тут, как нужно жить. И что интересно, вот почему они Маргариту Симоньян вызвали? Потому что у них же сейчас вот этот вечный процесс бурления. Как объединить Советский Союз и, соответственно, Российскую империю? Что-то все одна страна, что-то все хорошо, что
мы там продолжатели. Но Маргарита все-таки не зря в отпуске долго сидела. Она же крошит батон на Владимира Путина. Мы придумали новые иконы. Все эти памятники Ленину, улицы, имени Ворошилова и прочее, которые до сих пор у нас везде. Это что такое? Это новые иконы. Это подмена старых. Только это богоборческие иконы. И мы так жили. И поплатились за это разрушением своей государственности. Потом мы 30 лет жили в другой ереси. Мы жили в поклонении Мамоне. Такое, знаете, церковно-идеологическое обоснование войны. Тут интересно другое. 30 лет жили в ереси. Подождите. Президент России Владимир Путин правит Рашкой 23 года. То есть получается, что Путин все время нес ересь, или он ее начал нести после 24 года. А на самом-то деле все очень просто. Они банально обосновывают войну. Мол, верь в Путина, верь в Сталина, верь в Ленина, хотя они друг друга вроде как противоречат. Верь в Гундяева, верь в российских попов и будь готов сдохнуть в то время, пока в Москве продолжают веселиться. И тут, знаете, что интересное? Этот 13-й слил военную тайну, пока в Москве танцевали и наслаждались жизнью. Мы минуснули командира. Москвичей и петербуржцев тоже не жалко. От слова совсем. Полк входит в 7-ю дивизию десантно-штурмовых войск, Южный военный округ. И эти воюют с нами с 2014 года. В 2021 году непосредственно перед вторжением их передислоцировали в Крым. Ну и дальше их план был Одесса-Мама, Херсон и вот это вот южное направление. Они заслужили и получили. Что? Смерть. На украинской земле. Ибо что? Хочешь жить, оставайся в своем Ставрополе, пока Москва и Санкт-Петербург не скупятся на шампанское кристалл. Как в Библии сказано, нельзя служить Богу и Мамоне. Нельзя служить Господу, то есть это касается и неверующих людей. Что такое Господь? Это любовь, это светлые идеалы, это совесть. Это порядочность, справедливость и милосердие, в первую очередь. Нельзя служить и вот этим идеалам, и единственному постулату заработать как можно больше и кайфовать как можно круче, как вот упомянутые тобой молодчики. К молодчикам вернемся. Вопрос у меня только один. А платье с длинными рукавами в теории должно стоить дороже, чем такое же платье, соответственно, с обрезанными рукавами. 131 500 рублей на сайте российского ЦУМа. Нужно Маргарите подсказать. У меня у некоторых скидка 20% в этот магазин. Мне она уже не понадобится. Могу в случае чего прислать карточку за координаты и месторасположение нового командира 247-го десантно-штурмового полка 7-й гвардейской дивизии. Что там будет? Где-то, наверное, зрада, да? От некоторых новостей меня просто потряхивает. Не только от Гарбузова. Но у нас же теперь все, оказывается, назад потянулись. Вся сволота, вся кому не лень, обратно теперь. Тут говорят, Даня Милохин приехал. Вот у меня только вопрос, а он же призывного возраста? Срочно призвать и на службу эту. Адольфович, у тебя в этом, в качестве военкома, он теперь сам будет определять, кого отправлять, а кого нет. Я не знаю, кто такой Даня Милохин, но, наверное, нормальный парень, если не поддержал военное вторжение в Украину. Ну, они там, это же Россия, они там ерзают. Сегодня он против войны, завтра, после, но тем не менее, Тимати на фронт почему-то он не зовет. И вот этих вот парней, ну, наверное, какая-то гламурная тусовка, которая выпила шампанского кристалл на 11 миллионов, тоже не зовет. Потому что кто знает, чьи это сыновья, могут и мудаму шершавому языку. Поэтому у них ненависть
управляемая. Вот им говорят, фас сюда. Кто там? Мангерштерн еще виноват. Тоже на фронт. Я надеюсь, что никто никогда ни при каких обстоятельствах не предоставит ему здесь работы. На корпоративчиках. Это на стриме пела гимн Украины, хихикая, не понимая, что происходит. Но передовой бы он оказался, ему бы ребята сразу объяснили. Из-за гимна Украины, из-за хихиканья, и что молодой. Вот там молодые сражаются. Как мунично, да? Вот они уже начинают спорить. А кого же отправлять на войну с Украиной? Кого? Ну, может быть, Даню отправим на войну. И многие задаются вопросом. А ты, певец кровавого режима, а где твой выводок? У тебя же тоже дети уже призывного возраста. Их тоже нужно отправлять на мобилизацию. И, между прочим, слово «мобилизация» звучит все чаще и чаще на болотах. Интересно, но почему же это так? А, потому что контрнаступление Украины провалилось, и России нужно срочно демобилизовать энное количество сотен тысяч новых солдат. Для того, чтобы они принимали участие в штурмах мясных. Так что в армию быстро! Что тебя научит родину любить? Тем более, что сегодня день танкиста. Хотя в наших танковых войсках такая какой-то общий критерий к этим всем испуганным, которые потянулись, как там подножный корм кончился, сюда потянулись. Уже все, кому не лень. Уже Моргенштерн что-то пытается там заискивать. Владимир Рудольфович, почему он так нервничает, что может лопнуть и забрызгать ботоксом? У них там это национальная сейчас культура российской элиты. А нервничает он, потому что считает, что только он достоин пить воду. Но в связи с тем, что он сам все время на диете, то он не пьет. Может быть, поэтому он такой злой и безобразный? Давайте-ка построже. Выработаем общие критерии и по ним. Через Донбасс, через службу в армии, через пожертвования на СВО крупных сумм денег и на Донбасс. Давайте, чтобы было понятно, что и как у нас в любимой стране происходит. А то, получается, мужики воюют вовсю, семьи их переживают, делают все, что могут, а тут всякая накипи пена, опаньки. Не, ребята... Так не должно быть. Обычно Рудольфович требует назначить его руководителем СМЕРШа и дать ему полномочия самому выбирать, кого расстреливать среди граждан Российской Федерации. Он у нас непримиримый борец с врагами Российского Рейха. Но у них там в ходе размышления происходят такие, знаете, светлые вкрапления. Что на самом-то деле вообще вопрос в чем стоит? Что нужно собрать свои вещи и свалить в Россию. Мы помогаем российским оккупантам в этом плане. Сегодня появилась информация о том, что наши вышки на Черном море возвращены под контроль Украины. Это же круто. Начнем с вышек, а дальше Крым и бабах. Большой бабах на Крымском мосту, и его уже никто не будет восстанавливать. В принципе, ничего страшного не произойдет. Ну, хорошо, отдали там это, Крым отдали это. Ну, будут жить бы там, будем, зато будем в это, ездить будем, смартфоны не будут отбирать. То есть все будет нормально, понимаете? То есть это не будет, это не принципиально. А ведь так оно и будет. Да, российских наводнений с территории Украины. А некоторое время они будут находиться в этом чумном бараке, но потом сердобольные европейцы, Запад в целом, начнут работать с Россией, будут выдавать гранты, помощь. А корочка Джозефа Байдена или какого-то другого президента. Ну, в общем, все как всегда. И потом, с большой вероятностью, они снова начнут оперяться и скажут, ой, мы же великая страна, на кого-то обязательно должны напасть. Там командир 247-го полка уже в этом участие принимать не будет.
Карен Георгиевич Шахназаров, в прошлом режиссер, а ныне действующий член клуба Путина 70+, то есть элитный российский нацговорит. Поражение России, а его надо допускать. Я допускал и, как говорится, тоже получал, что вы пораженец. Не поэтому, потому что ты, когда просчитываешь ситуацию и допускаешь поражение, в разных ситуациях поражение может быть не катастрофично. Да, ты можешь в жизни как-то, можешь ситуацию оценивать, да, я проиграю здесь, но это не принципиально. Но есть вещи, когда ты понимаешь, что поражение смерти подобно. Вот для меня очевидно, что поражение в этой истории для России подобно смерти. Потому что всех этих безумных дедов 70+, а после смены власти в России просто изгонят и предадут их анафеме. А вообще-то это же военные преступники, которые своими действиями, призывами привели к тому, что десятки тысяч российских мужчин погибло на войне. И украинцев тоже. И все же это у них называется один народ, и вот этот вот бред, вкрапление христианства и так далее. Вы безбожники и по Ленину, и по Путину. Потому что главная заповедь была проста – не убей. И вы ее нарушили. Ну, мы тут по этому поводу плакать будем после войны. А сейчас Украина идет вперед. Но Шахназаров всех заранее предупредил, что поражение в войне пора уже допускать серьезно. И самое прикольное и интересное, что количество шампанского кристалла в Москве после этого не уменьшится. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, пишите в комментариях, насколько правильно призывать делиться с фронтом в платье Дольче Габбана. Ну да, Маргарита совсем не бедная. И в любом случае подписывайтесь на канал, называем здесь вещи своими именами. Ясно в данной истории только одно, что командир 247-го полка уничтожен. И что? И да, Украина была, есть и будет. До побачення.